На столе лежит планшет Reader, а в стакане стынет чай Липтон. А начальник у меня пидор, подошел ко мне и говорит он, говорит, что за дела, Игорь, я тебя за пьянство уволю. Повернулся и ушел, пидор, а вообще-то меня звать Коля. И за ширмы с выражением убийцы улыбается его секретарша. Говорила, что и стукнула 30, только выглядит на 10 лет старше. Подъебнул, да что в журнале астролог обещает нам для девушки оба неудачи с Левинниковым. Импотенты и собачьи горна. Возле микроволновки Самсунга с бутербродами толпятся уроды. И жена моя была, сука, тоже делала мне тварь бутерброды. А потом я с ней развелся паскудой и отправил ее жить. Тёще думал, как я по ночам буду. Оказалось, подрочить проще. На столе лежит планшет Reader, а в тарелке стынет суп Майки. А начальник у меня пидор, переделать ему нужно бумаги. А вот суп это не суп, а блевота. Вот с таким недалеко и до язвы. А была бы человечья работа, жрал бы это я говно, разве? Я гляжу на монитор босса, там калибла идет тинта брасса. Капан тоже тер на моего босса, хорошо играет он, пидораса.